Здравствуйте, вашему вниманию представлен лот номер 6 Bomprix Jacket, мужские и женские куртки. Представлена мужская куртка зимняя с капюшоном из флиса. Она идет на пуговицах и на молнии. Капюшон можно внутри отстегнуть, он также идет на молнии по бокам. Есть карманы большие внутри на флисе. В размере 64. Также мужская куртка без капюшона. На клепках и на молнии. Есть карманы на молнии. Просто карманы. Рукав идет на резинке. В размере 64 российский. Джинсовая рубашка мужская. На пуговицах есть карманы, также небольшие кармашки на пуговицах в размере 40. Но она выглядит больше, скорее всего, в размере где-нибудь 44. Куртка на осень-весну мужская, на клепках и на молнии. Также есть спрятанный капюшон на молнии. Можно носить без капюшона, можно с капюшоном. Есть карманы на клепках. Подкладка сетка в размере 56. Также мужская зимняя куртка без капюшона. На клепках на молнии. На клепках есть карманы. Рукав с резинкой. В размере 52. Точно такая же, такой же расцветки. В размере 58. 58-60. Прощения. Также мужская куртка зимняя без капюшона. На клепках и на молнии. Также есть на молнии карманы. Есть просто карманы открытые. Рукав с резинкой. В размере 56. Точно такая же, в такой же расцветке. В размере 58-60 российский. Мужская куртка на теплую зиму с капюшоном. Она идет на клепках и на молнии. Капюшон не отстегивается, он прям пришит к куртке. На клепках есть большие карманы в размере 56. Также мужская куртка зимняя с капюшоном. На клепках и на молнии. Есть карманы на клепках. На рукаве липучка. В размере 64 российский. Женская легкая куртка на осень-весну без капюшона. Она идет полностью на клепках. На клепках есть карманы. В размере 48. Но выглядит чуть больше, может быть, на 50. Удлиненное женское пальто на осень. Достаточно глубокий разрез. Идет на пуговицах с поясом. Карманы есть. В размере 54. Жилетка легкая на осень-весну. На молнии есть карманы. В размере 62 российский. Такой же расцветки куртка на осень-весну. На молнии есть карманы. Карманы внутри на флисе. В размере 56. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.